Рейс так и задержали, мы уже прилетели в Гоа. Сейчас 3 ночи. Мы сейчас пойдем с такси решать вопрос. Вот, вылетели чуть-чуть пораньше, ну и быстро, в принципе, долетели. Гоа аэропорт большой, я думала, тут сарай, если честно. Да, главное, чтобы наш багаж сейчас был на месте. Тогда все будет very well. Да, я практически начала проваливаться в сон в этом в самолете. Вот. Вот девочка едет в шортах и еще. А когда я ходила, на меня все смотрели. Сегодня 5 января. Мы на Гоа. Первый наш день пребывания здесь. Мы сняли байк за 300 рупий в день на 4 дня. Это не самая лучшая цена, но ладно. Вот. Едем сейчас с Калангута в Чапори, что ли. Забыла, как называется место. Попить джус-центр. Сок. Там мусора, типа. Мусора стоят. Где мусора? Ну, там чувак где-то написал на карте, где они могут стоять, чаще стоят. Типа, и... если по возможности где-то бежаете. Мы сейчас бежим? Ну да, 2 километра больше проедем. Ой, там же красиво. Моречка. Старинный такой какой-то. Не знаю. Ладно, пришло время фото. Тут такой свежий воздух, классный. Я не могу нарадоваться, свежо, хорошо. Рядом море, закат. Классно. Да. Вечером, возможно, поедем на рынок местный какой-нибудь, еще пока не решили, найдем ли мы его сегодня или нет. Ну, надо из этого дня выжать максимум, потому что мы рано начали, ой, поздно начали наш день. Пока туда-сюда, пока с этими... У меня фокус вообще не ловит. Пока с арендой и со всеми другими делами. Вот. Доставим.